Принимается. Ну, сами побить Короче, его. лови и умираем. Да, убить так. Без хпала вы сможете. У вас хпал есть. Потому что он вывезет. Ну а толк тогда от него будет. Короче, ладно, даю тогда еще. Быстрее проворачиваю, чтобы он там стоял с краю. Там где раз. Берегитесь. Да не рентгеном теплее. Диспелить можно начинать, когда их сильно бьет Эрис. Вторая пати твоя, напоминаю. Забирай. Когда у да, них да, да. Около 10 стаков. Отлично забирай. Бэр дайте. Цель вес. Прибавка на левара. Реагируйте, пожалуйста, там быстрее. Отлично. Сейв сакру какую-то. Забирай. Можно диспелить там он. Угу. Эрис, рез и тильту. Забирай, Войд. Вставай быстрее, а. Войд, забери, 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 он сейчас умрет. Ну, алло. Отлично. Забирай. Ты не возьми его в фокус и смотри, когда на нем вешается. Забирай. Видишь, что он постанул ядовитую рвоту, потом постанавливаться забирай. Есть купол? Убиваем босса. Нет, купола, у тебя маны нет, я понял. Цитаэль заливается в цитаэль, камушка в камушку, половины маны друида. Вы вообще хороши, блядь. Да, да, абсолютно. А, на мне лутер, да. Четыре танка сейчас нет на Марагрима. Наверное, да, ты зайдешь. Я похилю. Так, кто там выиграл? Приорат обрезается. Трудненькая 7. Слабый 8. 8. Понял.
по воде к Марагриму, да. Только не спульте на мосту трэш петов там своих, блядь, и прочее. Спулили. Хорош. Там где-то есть. 400, да, за нее? Да. 300 же вроде. Нет. 400. Это что? Понял. Прокинешь ЕПшку? Угу. Ань, Сатирус, нажми сумон, подойди быстрее. Тут? Он отошел. Может, либо вообще с пулькером, либо дрелку подрекинуть. Кирилл, кину. Я первый уже накинул, нет? Сейчас. Нет. Вести, да? Угу. Ну, я себя сама минусну. Хорошо. Дорога еще будет. Т6. Дима Венсли. Ну, будет как-то в сторонке. Так, короче, спекли все в чего. Дети там трэш, не АФКшите.
кину сейчас океан. Так, товарищи друиды, идем за маной ДЦ, а не за своей. У вас мана резиновая. Надо уметь просто и обращаться правильно. А вот у ДЦ без Т6 нет. Особенно на лоу-гире. Ну, слабый, не слабый, все равно. Дай себя слабый. Он даже говорит, пусть, что ему надо. Ну, вы как бы должны тоже подсматривать в роли друида. Зачем вы тогда тут нужны? Вам постоянно инер анонсить, кому кинуть. Так, у нас Shield Maiden Bio написал. Короче, вот тебе раз. Что, Мурогу ждем, нет? Есть время покурить? Да. Он мне пока не написал она. 2 минуты. Жал. Так, у нас Нити, самый смотри. Жирный Shield Maiden. Вот его по-хорошему оставить этот на выводить трэш. Как раз постанет и побегает. Ну, надо, чтобы он улетел, то есть, если что, стопнуть. А там уже ну, как бы. Ну, его будет, можно будет просто повторно не поднимать. Как вариант. Ну тогда смотри, это поговори, ладно, ему того, пожалуйста. Если не сложно будет. Я просто часто туда вам не желаю лупиться даже. Если не завтыкают, то нормально все будет. Вы должны там сами на танк смотреть и говорить, вроде все свойства. А, понятно, Рога делает ренегата, бля. Вовремя эта инфа прошла. Джесси, ты тут? Так, рыбу. Он, наверное, нам, да? Ничего себе, кинжал выпил хороший. А, это метательность. То есть. Лучше начнет кто? Кому лучше начать? Чтобы наверняка Вара улетел. Вару, ну, наверное, лучше Shield Maiden начнуть. Пускай он ну, собирает да. Трэш заодно, подойдет, один раз набьет, улетит, ну, и давай, там останется. Ну давай, да, начнет Shield Maiden. Так, по хилам Сатаэль будет хилить левый кемп, камушка правый кемп, я с Холипалом по центру, в роли Холипала. Значит, там найдется место, просчитывает и найдется раньше момент, когда надо. Вышли. Сейчас с центра все ушли. Набирать агро постоянно. Если ты срываешь, сквозь него быстро проходишь, чтобы отвернуть от рейда. Если улетел, ловишь трэш, который появляется под тобой, и подводишь под босс максимально в упор. Сразу на чарж там. Нет, на чарж лучше, наверное, даже не делать. Он может слететь. Плывешь, он за тобой ползет. На колоннах не стоите багаться, мол. Можно забагать, если случайно тут начнут люди умирать, на кого-то бегать. Если вы видите, что он забагал, то только отойдите от него потом. Другие, и на ком он висит, не двигайте. Но такого не должно быть. Хулипало где-то я сниму тут, стою чуть глубже. Ирдру под левой колонной один, второй под правой. Тут никого не должно быть между колонн, где тотемы. Еще один чек. Джесси камушка. Камушка. Все, даем, идем на пула. Тут мы идем. Отсчета не будет. И готово. Поглоти вас, пучина, вот!
Я пипила. А, все нормально. Менент гротом написался. Весь следующий. Я пиво на пульте. Там кто под водой стоит, вы за своим дыханием следите. Ну, летаешь модель. И там остаешься. Напыливайте Войда. Ну, веди быстрее. Что ты там их бьешь? Они на тебе постоянно. Если вард, ты делаешь вмешательство в своего союзника, и мобы не появляются. Забыл про эти фирмы. Вроде пофиксим все это, думаю, ворота. Вообще танков нет. Войд, набирай, бро. Слабый духом, седой. АБС. АБС, ТТ. Да, если нет, что, встанешь перед лицом и будешь танчить. А, тебе скинули. Давай ты танчишь. Отверни от рейда. Протащи, как он стоял, ровно так же. Чуть вглубь. Франшат. Все. Войда еще раз на пульте. И сюда ты остаешься. Третий босса. Лицо бить. Быстрее переводите. Я пишу его на пульте еще. И трэш меня сберите просто. Брали раньше. Ну вот и чё ты на Елеме в центре делаешь? Еще к нам подошел, лови, друг. До двоих. Бэш, пожалуйста, встань. Ой, ты умер. Я не знаю как. Дать Бэр. Да, надо седого резать. Слабый, вставай. Седого резнуть, Сатаэль. Резаю, я резаю. Все, резнули. Рёв. Геру. АБС, если что, можешь сзади вставать. Что? Хей, иди под босса. Нет, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Дал валик. Идет еще на меня трэш. Иди под босс. Все, иди под босс. Танка сложила. Пец. Как ты сдох, вот этот стан?
ты не прожался. Смотрим. Рев. Землетрясение. План свободы. И... Да. Ну, прошлый. Мне не хилили просто. Прожимки где, блядь, под стан? Не хилили. Какой стан? Меня просто мобы били. Смотри, а людей станет, они в этот момент не хилят, они набирают рейндж. Там не было стан. Там не под стан, его просто не хилили. Частицы на нем почему-то нету. Серьезно, блядь? Ну, посмотри, он водил трэш, и какой 3 секунды, его просто так немножко подхиливали. Кирилл, а чем моя смерть отличается от твоей? Ну, мы с тобой не набрали раньше. Два хила стоят в центре, какого хуя ты стоишь по центру, когда третья пати слева, четвертая справа? Ну, я откидывал трэш тандрем хотя бы, в отличие от тебя. Я забыл. Ну а что ты там забыл? Мы вдвоем умерли с тобой равноценно. Я сказал еще раз, что я там забыл? Еще раз скажи. Что ты там забыл? Давай, до свидания. Ну. Он не хил. Он хилом. Он спекнулся. Иди подумай, блядь. Головой своей. Кому я говорил, я спекаюсь в хила? Вы этого не слышите? Настя, в танке. Да кто там ушел? Чего вы мне дуру гоните, блядь? А, твои ошибки по тактике на... Какие мои ошибки по тактике? Я стою в центре с холипалом, я это проговорил. Да хотя бы на гидросе ошибки по тактике. Охуёси, блядь. Ты мне сейчас что хочешь, тему перевести, о чем-то другом поговорить? Нет, я говорю о том, что ты тоже совершаешь ошибки. Даешь ГП. Я тебе говорил в момент землетряса, хули ты тут делаешь на центре, и ты что-то подпрыгнул, а шаг вперед сделал, а не назад, и остался в хилах. Ты понимаешь это? Я делал пользу, я откидывал трэш тандером. Ну а чё это за рофлы, нахуй? Вы мне что-то какую-то хуйню предъявляете по тактике, хотя вы сами в уши долбитесь. Я что-то не рассказываю, блядь. Все, он ливнул, он пати не принимает. Обиженца, блядь. Где была частица в хиле? Подожди, кто там обиделся? Да буренка, блядь. Кто в хиле? Просить отменение или 100 ГП ворот? Да. Вот я только не поняла, как Войда сложила, вот честно. Для меня это большая загадка. Посмотрим. Монументальный удар. Уничтожение брони, пристальный взгляд, дебаф, атака ближнего боя. Ну он после землетряса. Вот мы разбежались, и он сразу помер. 3 землетряса, да? Ну мы стояли вместе, ну танки всегда ж делят. Ну, прожимки, короче, лучше нет, прожимайся, да? На всякий случай. Землетрясение — это ваши прожимки на танках. Вы там не ждете хила, блядь, меня не хилили. Вы прожимаетесь. На первую можно нажать какую-то маленькую, там, деф. На вторую уж сильную, ШВ, блядь, все остальное. А не верить в чудо, блядь. Моним рогу.
Че, курить время есть, генерал? Нет. Че, за фласки ХП полетит? У меня только кончилось, да. Посмотрите, на стоим севера бегать. Если у меня закончится, я не буду перепивать. Камень в ХП, да. Дай пати, хейби, мам. Мой маг. Просто чекни личку. Конкретно что? Личный стиль просто просил. Я не вижу никакой лички. У меня поверх окно было другое, я не видел. Сто 500 окон открыто, увидеть еще успей. Вот с Тумони магой начинаем. Давай быстрее. Вар начинает шилмейду. На пула. Давай, скидывайте. Ты готова. Тут мейд у нас. Да я где он? Бывает, ты тут? Да подойдет сейчас. Все. Что это? Не знаю, я вообще ни одного скилла не нашел. Второй там где? Ага. Вот потыкаем. Олег, пиво, прием. Чё? Что надо? Джесси, где сейчас на есть? Тебя опять. Что увидели? Притворись. Искинул. Прыгни. Стали резцы за щитана. Инер ему. Рибаф. Шейд, остановись, третьим полетишь. Подвигайся. Ой, можно прейс после него подходить, нет? Вары, попытайтесь своего чарнуть. Ну тут полипал стоит. Я стою. Ой, да на пол. Бля, они вообще пиздец стоят глубоко, мне в центре стоять надо бить, чтобы нахуй на пол вообще.
В Япе пиво на полу. Привет, переводим. Я пью еще. Брали раньше. Макс, скинь. Текст, скинь. Как не нравится, что там? Каены тебе. Бля, кто здесь ты путь включает? Ёбаный рот. Кидой, как дела? Здесь ты путь офни нахуй. Пулы в пиво. Убрали рэндж. И рипав. Да. Это босс. Ты мусор. Даже не ролить, блядь. Так, ну ты останься еще на эту там. У нас первого тильта и я, правильно? Да. Угу. Вот, ты мейнишь ДДшником, правильно? Это тебе на ДД спек? Всё. Такой стрелок, да? Ну что, куда? Надо в обратную сторону. Там, где агрит.
регенерация на уровне писюна. Ну, после ФД, блядь, за 5 секунд сорвать игру, генерация игра на уровне бога тоже. Поху, прыгай туда, в мелизону, а не от него, он тебе не ваншотнет. Смерть посмотреть, Вара. Давай сюда, в центр, где? И пошли чуть вниз. Уже сходить в трэш. Слушай, Шилдмейда, ну скажи, пожалуйста, под что ты шивы отдал, вот, блядь? Я просто смотрю и не понимаю. Трэш. На самый первый, да? Просто так. Пока его еще там не особо много. Ну я же говорил, на первый отдать что-то послабее, какую-то прожимку. Под конец нажать ШВ. Ну, я говорю танку, который на трэше. Опять пошли технопранки. Ну, блядь, не знаю, походу, да. Да почему злой? Ну, я, блядь, говорю, что делать, и происходит ровно наоборот, и в итоге я злой. Вы на зло это, типа, делаете, чтобы я еще сильнее злился, да? Я просто буду хуярить вообще безбожно тогда, молча. При чем тут ты? Самокритично, но нет. Ну нет. Нет. Наверное, хотя... Давайте, наверное, мы тут поменяемся. Я думаю, просто я вообще не ШП. Вообще не ШП, но это понятно. Но я не уверен, что тут улипал в соло и выведет точно, дохиливать всех. Успевать будет. Там где-то у нас танк умирает далеко-далече. Но у меня пока хватает еще прожимок. Ладно, ты... можно ПВЕ шмот одеть и будет дохиливать. В ВЛД так ничего не появилось, да, адекватного? Хотя вроде так-то вроде все есть со мной. Шея с натиском. Есть та же багруха. Все тот же охуительный, к слову, плащ с ТГ. Крит-хастовый на кастера. Без рофлов охуительный. Я там все собрала. Там маги остались, но они к стрипцу относятся. А Трине вот это с Синтой МП5, это лучше ничего нет взять быстрее. Слабаджи какие-то.
Это еще нормальная трина. Вторая трина, это шок контент. Это ФД, которая? Каст? А что карта? Карта и слеза это предбиссовая трина. Слеза вообще биссовая трина. Ну, да, это надо на Наригорна ходить. Дело такое. Чит. С того же Наригорна. Короче... Не знаю, я не уверен, что он тут захилит один. Короче, я хила. А смысл? Я пойду на это. Я остаюсь в ДД. Я там жить буду долго. Я в хиле буду. Короче, баба у нас вот тут сзади. А Энг там в углу слева далеко. Мейн справа вот тут в углу далеко. Ханта танчит на месте, пиво начинает. А нет. Давай, наверное, лучше Войд. Начнет. Ханта. Ты знаешь, кто Хан, да? Да, где череп? Вот. Тогда Шелдмейден постоит на бабе, пиво постоит на мейне. Правого углу. Войд залетает, забирает, а вы потом с него таунтами, соответственно. По хилам. Куда пойдет хилить дальних танков и миликов и хантов? Вай, наверное, пойдет туда. Я пойду и Цитаэль. Этот тему вам тут оставлю. Защита с камушкой на рейде. А я к Гикае тут побегу, помогу хотнуть, если что. Танка на бабе. Поставь мне метку, где этого петуха танчит. Блять, ну прям в угол поставишь туда, справа, чтобы он не доставал шамана, где будет медведь стоять слева, напротив. Вот как смотреть. Поставь туда, метки вот. Просто. Лучше так. Первый раз. Тебя не понимают. Первый раз мы зашли, мисс Клик. Сколько хил не лос. Я луну себе поставила. В фокусе все держим мейна. И смотрим за кастом стрелы. Я по анон. Какого-то рандомного. Либо в ближнего, либо не в ближнего. Милики, если вы стоите на шамане и летит в вашего танка. И под вами есть синяя лужа. Напоминаю, синяя лужа, если появилась под вами, вы не выходите. Если она появилась, пока вы бежали до шамана, вы не заходите бить шамана. Ждете, пока лужа не пропадет, она ваншотает. И если вы стоите, бьете шамана, летит стрела вашего танка, вы не выбегаете из лужи, прижимаете все свои синьки, зеленки, блядь, синие стойки и хилитесь, стоите, а не дамажите. Ударами кровями и прочей хуйней. Петов едите. Короче, даю чек. Я только что рассказывал кому да, что. Да, я своих спрашиваю, что не прослушали. Чтоб не было сейчас разводки я плохой. Понял. Оставляю вам тут тотемы. Кастер ауру. Гикае. Смотри, ты как стоишь. Ты стоишь вот тут на подъеме ровно. Вот ты видишь, где я прыгаю, собака. Вот тут. Хилишь заднего танка. Держишь кастауру, чтобы он рейд давал, и все. Смотришь, чтобы у тебя танк не был в лосе. Значит, танк там на рейде. Ждаю отсчет. Ставим ему тут два резиста. Пока не бьем, пока хилится, вы не бьете. Бабу вниз, в дальний угол. Брысятка. Да какой дальний? Ну, крест, крест. Я говорил, бабу шаман. Где босс? Я же говорил наоборот. Я говорил, шаман, где босс? Я не говорил наоборот. Я говорил, баба сзади. Катаклизм. Вороную горбулью, блядь.
и лица. Ну отведи ты дальше, ну ё-моё. Короче, упали. Танк умер. Ты просто про что, когда я сказал, что шаман должен быть наверху всегда? Я во-первых. И сейчас я говорил, шаман стоит сбоку, а баба сзади. Я говорил именно так. Сейчас туда ответил. Кто говорил на полсон КД, это вообще не важно. Блять. Я не буду повторять. Я сказал понятно в первый раз, когда рассказывал тактику, кто где стоит. Крутите барабан. Пода. Там даже настой севера уже кончился. Прием. У мага до сих пор фласки нет. Прием. И нет, надо за каждым, блядь, следить, чтобы он фласочку выпил, маслице намазал, блядь. Куда отошел, подошел. На апток крутите, пожалуйста. Вернись к хилам. Катаклизм преста, катаклизм преста. Анты милики. Бить шамана. РДД. Бабу. Что это, блядь? Это называется лужа. Про которую я тоже рассказывал. Да, забегать, не забегать. Ой, резвец, Таэль. Это клин Бейден. Кли от него. Прожмись. Связь. Ты опять хочешь зайти в лужу, да? Лужи нет, бьем. Бабу постукнуть. Стопнули бабу. Хорош. Ну это, блять, кринж. Тубмейден. Шли от него. Прохил, прохил, Вара. Добивайся.
Выводи босса на центр, вот где медведь. Пойди. Только так, чтобы смотреть, чтобы вердушку не прибить. Сюда и разворачиваю. Сюда ставишь и разворачиваешь сюда лицом. Все, разворачивай. Разворачивай. Ты просто... Чё ты бегал? Там уж крест и тильта. Вы на месте, Луна. Двадцать секунд фаза. Великий, не умрите. Берите рейндж подкаст. Только не в РДД надо бежать, блять. Ну чё там, у РЛ проёбы по тактике или чё? Умирающий от луч. Сколько раз я про это сказал? Учитесь играть, блядь. Дам первый. Рим. Так, кто там? Тиль там? Ура. Стеклянная в гильдии уже. Старт КП не было, да? Нет, еще. Я хотела спросить, куда в ТНК или во второй? Это во второй. Ну тогда вместе со стартовым накину. Накидывай пока. Накидывай пока. Рогалик тебе носить, плащик. Ну, 2-6-4. Так, ты потом заходишь на Хулипала, да?
либо так, либо в сове могу побить, мне все равно. Давай ты, наверное, побьешь, и я похилю. Вот, да нахуй тебе эта шея нужна? Не бери ее. Да нет, она вообще тебе нахуй не нужна. Ты почитай внимательно. Так, хилы, у кого до сих пор не забит дебаф, который тут хилить? Я не буду сейчас называть какой. Сами мне назовите, какой дебаф надо тут вбивать. Все сейчас три хила. Цитаэль, Камушка и Гикоген написали мне дебаф. Какой вас бит. Несмотря в путеводитель. Вы знаете, можно что? Забрать. Ты имеешь в виду, когда кидается... Когда кидается на нескольких персонажей, ну, надо вот их прохитывать? Ну вот вы сколько раз уже были в этом рейде? Вы били себе? Ты за это имеешь в виду? Да, да, он про это. Нет, это не клеймо. Я говорил. Бля, за такой эффект, мне кажется, можно и подавать. Там зло, который тебе нужно. Испепеление себе вбили. Хилы. Будет 4 метки. Пускай пока берет. Гимнам. Тогда девочка дашь первый, защитант второй. По команде защитант дашь. Мне дамажить или помогать хилить? Что дамажь? Если твое пати, там тем более дамажь. У меня не алмута этот копеек. Без разницы, хоть какая-то копейка. Оно больше зайдет, нежели чем ты там в одного кого-то хочешь фигня. Бей. Так, по пати. Поменяю местами чуть. Если что, Преста, ты стоишь в этой пати ДД, которая в рамбе, поняла? Не на столе, сейчас ставлю метки. Там шах изъявляет желание на одного босса зайти. Для чего? По ПП ему квест сделать. Очень интересно. Соберись, рейд, и сделай где-то квест. Ладно, давай. Умрешь как позорник, дам тебе ГП. Сделаешь квест в красоте. Не, убавь музыку, а пожалуйста, нахуй. Не буду я ничего убавлять. Без она и мне нахуй. Она у меня и так на минимуме. На 10%, блять. Еще даже браузер сделал наполовину. Да еще. Что тебе пиздает это? Полочку. Ну что там, дальше так и будет, да? Настой севера, не масло, усилки в хп, мы будем хилить, пукать тут. Мастера сейчас будут люди умирать, да? Ну вот на каждую смерть будет тебе ГП прилетать тогда. От недохила. Вот конкретно тебе на эрдру. И на хулипали с сапротом тоже. У одного эрдру севера, у второго вообще никакой фласки нет. Там есть БК. Короче, Челдмейден стоит на чарже. Вы с пивом забираете также по одному стаку на хумане. Он тебе будет говорить, когда забирать, если что. Главное, с перифазы, с хумана на демона, когда он набирает 100 раги, по 10% хп проходит. Особенно, когда там подходит 100 раги. Надо пройти сквозь него, чтобы он сделал прыжок за вас. И потом тут же сделать шаг опять через него и развернуть.
Это делается там буквально в 5 метрах все. Кость с него проходит тупо. Ключевой момент перед перифазой. Хумана на демона именно. Наоборот, без разницы. Главное, отворачивайтесь сразу тоже. Он может начать прокассовать в рейд. Это клиф. Когда вы меняете синеактивный танк, под лицом стоять не надо. Это самое главное. Режется макс хп. Так, Shield Maiden стоит на чардже. Вот на эту линию, чтобы никто не выходил от босса к трусам. Метки закрывать. Две метки Shield Maiden там закроет дальний рейндж. Вы туда не ломитесь, Ром. Преста в ромбе, если что. Шах, печеньки. Третья пати слева, четвертая справа. Печенька, Ром. Смотрите. Танты закрываете. Синюю метку. Это сало. Рут фиолетовый. Маги там. Кто скинуть может. Главное клеймо череп еще выносить миликом на печеньку, на стол. Быстро, полукругом, через стенку левую. Босс будет смотреть в палатку. Вот вы стоите, бьете босса в жопу. Босс стоит везде. И вы через левое плечо его маленьким полукругом, быстро, боком, блядь, не бэкпедалите вот так, как еблан, а сразу бежите за печеньку. Три шага за Кемпфер ДД на стол прыгаете и стоите, ждете. Если идет, ну, борецко. РДД касается, кто там за кем стоит. Вы либо умираете, либо вам дадут волонир. Вы не бежите к рейду с черепом, с дебафом. Остальное по ходу пула. Еще один чек. И вы квадрат. Вот теперь ставлю чуть-чуть. Третья пати печенек. Да. Начинает, если что, Void. Void, да? Да. Палатку за звездой. Видишь, справа палатка. Нет, ты вот протаскиваешь его чуть-чуть, и смотрит он у тебя лицом между двумя флагами зелеными, где палатка. Все. Когда ты неактивный танк на фазе Хумана, еще раз напоминаю, ты не стоишь под лицом. Когда себя забрали. Так же станет его, но он знает. Короче, кого все драктир? Кого драктир, можете поставить себе огонь или природу? Я поставлю натур резист, шах в квадрате, сейчас через квадрат вот так подбежишь, поставишь тотемы на... А можете как он лог бегать с броней? Все, короче, даю отсчет. На пулы Войда пошли. Быстрее, быстрее, грот он активней ставишь. Все, стой, стой, далеко. Потом чуть подправите, когда он перепрыгнет. Ну, слишком назад не будете протаскивать просто и все. Рывок. Милики отходят. В любом случае, чаржнулся, вар нет. Так, где пройти сквозь него было, я говорил, с Хумана на демона. А не сбоку. Направо. Вот, иди за спину, куда я танец. Ты умираешь в печеньке, блять, и лемом. Таэль Гекае, Эриц, Бьюзелица, шаг вставай. Шаг вставай и тотемы свои ставь, ссаные. Просто резь с него, обстрел, стоим, ждем на коста. Забери, вот, вот, забери. Ты серьезно? Ай, блядь.
Те БРы всраты, да? Камушка. Резцы какая. Сейчас пару шагов вперед делай. Кстати, смотрим, далеко две. Кто там дальний? Съебали с этой линии. Иди за спину. Закрыли. Трамба не надо прыгать. Если со стороны печеньки. То же самое наоборот. Волна против. Смотри, Войт, вот так прошел вперед. Вверх. Все, и на место. Красиво. Фаза. Там будет спецспособность. Залейте иннер хулипалу кто-то. Кто у нас не ТД. Каким на ману можно дать еще там? Бля, забери, у меня уже все 8 стаков. Забирай, или 10 стаков будет. Восстание. Слизь под лица. Волна прохил. Пару шагов вперед. Разверни. Когда он кастует прыжок, перепад не подходит. Да, надо сделать шаг сквозь него. Спецспособность. Смотрим, руны. Две далеко сзади, Ром. Один, ушел оттуда. Эрит, зачем ты сюда бежала? Ты привала не одну метку при этом. Встали все под жопу, провернули. Вам пусть как стоит, все. Стоим под жопой. Под жопу ровно встали. Еще один стак потом выберем. На ренже только ханты, Джейси, Тексти. К ним, если что, черепок выходит. Дайте иннер по шаху. Сместитесь чуть влево между ромбом и квадратом. Забирай, Войт, забирай. Дал Геру. Дал Геру. Упростил. Ну, престо. До конца бежать не надо. Вернулись, он будет кастовать клик. Пол оборота теперь на борец. Печати. Я две закрыл. Захилили. Войда убило, отвернуть. Запределили. Шилд Мейден, ты всегда самую дальнюю закрываешь, а не увидел перед собой метку и на ней остановился. Вот за тобой на спиной была метка, ты ее закрываешь. Смерть от аннигиляции. Раз. Че, сделал квест, красавчик. Два. Обстрел скверно. Раз, два. Войт умер в конце. Я же говорил, через него надо пройти. Он делает прыжок. Еще раз. Ну попробуешь, не попробуешь. Сколько раз надо было сказать, чтобы понять, что надо сделать? Фаза метаморфозы сквозь него. Он каст кастует. Все, ладно, запомнили, я надеюсь, на следующий раз.
Блядь, пиздец, чел, завязывай с этой хуйней, пиздец, бесит. Все равно бесит не так, как вайпы бесконечные. Ну, он квест заходил делать. Обратно на вайш. Так, танков нет. Войд назад в ДД. Так, 4 же. Надо на вайше, думаю, с 4 он полезен будет тут своим танком. Или может он уж подамажит там 3-5. Ну, пускай он третьим этим будет. По ограду и все. Вся проблема. Все, да, оставайся, ладно. А то у нас а ДДшников просто перебьет. Поможет ли нам чем-то? Опять будет засрано. Не помню, год босса бить. Ну, посмотрим. Что у нас по паладинам? У нас один паладин. Да? Где? Кика и Мортрес, они ходят на РТ. Ну... Так, да. Ну так он ничего и не писал, да? О! Отметился. Где он есть? Не, ну могу зайти за розового поиграть за 4-5-2 на ретрик. Клубница маны. Да ты тут страданешь, ты рофлишь. Чё? Я, честно, пострадал. Ну вообще, здорово. Вообще. По летунам у нас есть Тексти, Джесси, Винстон. Тут, короче, моб. Топ Мейден, поймай. Танчится этот вар у нас. Так, короче, кто четвертый летун будет? Эрис? Нет. Печально, если будет там сова. Я там 3 раза была. Ну, зато она живучая. Да пускай летает. Можно. В принципе, можно. Если мы хотим бурстануть, убить босса. Если ничего не надо, опять же, на креста. Можешь зайти. Нам просто 3 аура нужна в центре. Самое ключевое. Что у нас, танки подойдут вообще?